Серия гарнитур ROG Fusion возвращается со своим оригинальным дизайном, улучшенным цифроаналоговым преобразователем высокого разрешения, поддержкой пространственного звучания, комфортной формой, а также кое-чем, чего вы никогда не встречали в гарнитурах ROG раньше. Но для начала давайте посмотрим на то, что находится в коробке с новой моделью ROG Fusion 2500. Тут у нас гарнитура, кабели USB и 3,5 мм, а также дополнительная пара амбушюров. Теперь давайте изучим конструкцию этого легкого и эргономичного устройства. Голова у меня среднего размера, и гарнитура на ней сидит идеально. Благодаря оптимизированной прижимной силе в этой гарнитуре можно играть часами напролет, и она не давит на голову. И с другой стороны, можно без опаски потрясти головой в такт музыке. Амбушюры облегают ухо и обладают соответствующей формой, поэтому с ними тоже будет комфортно. По сравнению с моделью предыдущего поколения, вес снизился на 74 грамма, до 310 граммов. Это означает, что для плотного прилегания требуется меньшая прижимная сила, что делает гарнитуру более комфортной. Большинству людей привычны амбушюры из искусственной кожи. Но если вы в них слишком сильно потеете, попробуйте гибридные. Как подсказывает название, в гибридных амбушюрах используются два разных материала. Искусственная кожа на внутренней стороне окружает динамики Essence, чтобы улучшить звукоизоляцию. А все остальное — тканевая сетка, которая хорошо дышит при соприкосновении с кожей. В задней части чашек гарнитуры находятся симметричные элементы управления с различающимися функциями. Как можно было бы ожидать, регулятор громкости находится слева, потому что отрывать руку от мышки во время игры — плохая идея. Раньше его нажатие отключало звук, а сейчас активирует режим виртуального пространственного звучания в формате 7.1. У модели Fusion 2500 нет выдвижного микрофона. Зато добавлен вот этот переключатель для микрофонов с формированием луча на базе E, встроенных в обе ее чашки. Перед тем, как углубляться в детали, я хочу показать вам еще одну из наиболее интересных функций данной гарнитуры. На ее правой чашке находится регулятор громкости игрового чата. С его помощью можно сфокусироваться на том, что важно именно в данный момент, и отфильтровать все остальное. Аналоговый слайдер дает возможность точной подстройки, а в центре имеется четкая ощущаемая выпуклость, чтобы можно было легко вернуться к стандартному режиму. Если вы чувствуете, что звуковые эффекты игры заглушают ваших товарищей по команде, покрутите регулятор вверх, пока тех не станет слышно хорошо, при этом вы все равно будете знать, что происходит в самой игре. Голосовые частоты усиливаются, а все остальное отфильтровывается. И наоборот, если партнеры по игре кричат слишком громко, покрутите регулятор вниз, чтобы усилить частоты, соответствующие звукам шагов, выстрелов и взрывов. В гарнитуре Fusion 2500 произвели апгрейд с одиночного до четверного цифроаналогового преобразователя, представленного чипом ESS9280. Каждый ЦАП обрабатывает определенную часть диапазона аудиочастот. Низкие, средние, высокие и ультравысокие. Результат — чистый и детализированный звук. Гарнитура ROG Fusion 2500 предназначена в первую очередь для шутеров и ролевых игр. Но музыка с ней тоже звучит невероятно, ведь соотношение сигнал-шум составляет 130 дБ. Впрочем, четверной ЦАП не принес бы большой пользы без хороших динамиков. Динамики Essence обладают быстрой переходной характеристикой. Это значит, что они производят более чистый звук благодаря ускоренной реакции на изменения в аудиосигнале. Например, вы сможете легче различать выстрелы, когда те производятся быстро друг за другом. Возможность выделять отдельные звуки выстрелов помогает вести их подсчет. Динамики Essence проходят тщательный отбор с целью того, чтобы каждая пара идеально сочеталась для передачи стереозвука. Увеличенная камера, в которую установлен 50-миллиметровый динамик, обеспечивает больший контроль над звуком, расширяет аудиосцену и усиливает басы. Детализация важна для игр, а мощные басы добавляют реализма. Еще более реалистичным звучанием Fusion 2500 делает технология позиционирования аудиоисточников. Виртуальный пространственный звук в формате 7.1 можно настроить через приложение Armory Crate. В игре он активируется нажатием на регулятор громкости. Когда полностью погружен в игру, можно вообще не заметить, что он расположен неправильно. Иногда ты про него забываешь, иногда он просто не к месту. Иногда он загораживает лицо,
а иногда он оказывается не там, где нужно. В гарнитуре Fusion 2500 впервые реализованы интеллектуальные микрофоны с технологией формирования луча. Они спрятаны здесь и здесь. Они работают в более специфической акустической зоне, чем при традиционном варианте данной технологии. Фокусируются на вашем голосе и подавляют любые звуки, источники которых находятся вне этой зоны. Чтобы сделать звук еще чище, технология интеллектуального шумоподавления отфильтровывает до 95% фоновых шумов из акустической зоны перед пользователем. Специальный процессор, встроенный в гарнитуру, способен распознавать более 500 миллионов разных типов фоновых шумов. Мы уже предлагаем коллекцию гарнитур с интеллектуальным шумоподавлением. И теперь в нее входит модель без выдвижного микрофона, которая также предлагает данную технологию для повышения качества голосовой связи. Подключение гарнитуры осуществляется или по интерфейсу USB-C, USB-A поддерживается при помощи адаптера, или через 3,5-мм аудиоразъем. Обращаем ваше внимание, что технология шумоподавления и формирования луча на базе ИИ могут активироваться только при подключении по USB. Позади левой чашки находится переключатель, с помощью которого микрофоны включаются и выключаются. Если вы хотите отрегулировать уровень фильтрации фоновых шумов, просто откройте приложение Armory Crate. Здесь также осуществляется настройка обработки аудиосигнала, эффектов виртуального пространственного звучания, подсветки, в том числе синхронизация визуальных эффектов с другими устройствами. Гарнитура Fusion 2500 совместима с большинством платформ, которые могут прийти вам на ум. ПК, Mac, PlayStation, Nintendo Switch и мобильные гаджеты. Гарнитура Fusion 2500 может похвастаться улучшениями практически в каждом своем аспекте. Четверной ЦАП обеспечивает еще более высокое качество звука, чем раньше. Теперь можно фокусироваться на том, что важнее. В любой момент выделить игровые звуки или командный чат до того уровня, который нужен. Не только вы сами сможете слышать все лучше. Товарищи по команде тоже будут слышать вас лучше благодаря микрофонам с интеллектуальными технологиями формирования луча и шумоподавления. Прошли времена, когда нужно было настраивать положение микрофона, который постоянно мешался. Ведь технология формирования луча на базе ИИ позволяет получить чистый звук даже со встроенными микрофонами. Также доступна модель Fusion 2300. Она немного отличается внешне. Но ключевые различия сводятся к дополнительным элементам управления игровым чатом и 3,5-мм интерфейсу, доступным и у 500-й модели. Ждем ваших отзывов о новых функциях.